Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наши видосы по вот Blitz. Вот. Сегодня будем дальше качать 4 ветки. 2 советов, 1 британцев и 1 итальянцев. Вот. Так как мне очень зашла ветка итальянцев на больших танках. Вот. Так, купить. То мы, соответственно, будем и здесь также качать эту ветку. Вот. 84. Ну, это что? Вот. Итальянец у нас стоковый. Вот. Надеюсь, что будем стараться, так сказать, хотя бы что-то наносить, учитывая то, что в стоке все танки, они, ну, скажем так, будем откровенны, не очень хорошие, но в целом, они могут. Так, единственное, что я сейчас сделаю, я, наверное, немножко прибавлю все-таки. Ну и как же уже ранее видео говорил, мне здесь нравится мобильная техника и техника медленная. Прощения, что молчал, но слишком уж бой был жесткий. Так, и того, что мы имеем, 1700 опыта за победку, 2 фрага. Для стокового орудия это даже более чем, ребят, это даже более чем. Вот, поэтому, что у нас тут получается, открываем башню. Вот. И следующая пушечка, потому что топовый ствол — это, соответственно, больше пробития, больше альфа, поэтому надо стараться быстрее ее получить, чтобы
так долго страдать. Но пострадать придется.
Согласен, моя ошибочка была. Но, ну, ничего страшного. Ничего страшного. Так. Поехали дальше страдать. Опять страдать. Так. Неплохо, неплохо. Вполне себе нормально. Так, окей. Даже нервники, я понял. Поехали дальше. Нам надо сейчас, в данной ситуации, мне нужно набить 5000 опыта на этом танке. Для этого нужно уложиться по полной, по максимуму. Начинается.
500 урона. Даже на стоке. В принципе, нормально. Так. Что у нас тут? 2300. 3 с копейками. Ну, в принципе, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Всего даже где-то пару боев. Thank you.
что-нибудь нагибать будем. Так, единственное, что... у нас тут БДРчики всякие подъехали. Следовало ожидать, потому что вот клоуны все стоят, дрочат. БДР 1.5К. По факту. Что у нас эта пушка дает? 96 на 140 и 154 на 120. Типа на голде норм, на ВБ такое. Что у стерлинга имеем? Пушка от 140.
91 на 140, 140 на 120. Топовая 110 на 160 и аккумулист 144 на 125. Вот такое. Такое. Я что-то немножко не понял. Сейчас, минутку. А, ну да, да, да. Поэтому такое себе удовольствие. Так. Просто потому, что они дуболомы. Просто дуболомы. Поехали!
Поражение, ну я понял, окей. Так, что у нас тут? 500. Слишком, вот, иногда слишком самонадеянно действует. Бой начинается. Прекрасная команда. Так, и что? Ёпты, 20, 20 с половиной. Неплохо, неплохо. Сейчас, кстати, можем открыть шестерочку. Но у меня, блин, на шестерочку денег нет. Придется фармить, поэтому как бы...
Блядь, 2 кв 2. Серьезно. Так, Форд, встречка, я в Thank you.
все просто супер. Так, а если, к примеру, ну-ка, мне просто интересно, где этот Черчилль такой, если его продать, вроде, блин, все легко и просто, едешь, набиваешь, как бы, ну, самое главное, что самое главное, победа как вариант. Тильдочку в сторону. Thank you.
пирамиде. Попал. Их вот контужен, 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 контужен. Скорость движения и поворота снижена. Не, ну, блядь, базара нет. 1300. Вот, вот, пожалуйста. Три дегенератора, блядь. Которые, блядь, сдохли с нулями, блядь. О, ебаный. Что о нем говорить? Как вот, вот как он, блядь, я что-то. Дай ключ. Я тебя умоляю. Ой. Не дает ключик. Разве. Ой, жук с ним. Так. Что у нас тут? Вот, 300. Так все хорошо начиналось. Так. Бой начинается. Thank you.
мосту. Можно быстро переехать, урон нанести. Тем временем 400 тысяч. Это неплохо. Это очень даже неплохо. Калашники тут дохера еще, очень дохера. Очень-очень дохера еще покупать.
Так, ну что ж, завершающий бой, дорогие мои друзья. И увидимся, так сказать, в следующем. Бой начинается. Нет, виноват сам, подставился. И вот, блин, что мне непонятно, почему нет отображения, так сказать, снаряда. Так, что у нас тут есть в настройках? Так, текстуры HD, уменьшенное разрешение. Невозможно определить. Просто невозможно. Точка перекрестия. Точку поставим.
дорогие друзья. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Встретимся с вами в следующих видеороликах. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь. Буду всех вас ждать.